Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Паснова, я рада приветствовать вас на канале «Закоренелый цветочник». Сегодня еще один ролик про гортензии, тоже обзорный ролик, потому что про гортензии уже рассказала, что делать, как обрезать, куда сажать, как зимует, хорошо ли она себя чувствует на улице, когда пересаживать. Поэтому поиском по каналу «Гортензия» и будет вам счастье. Не буду повторяться. Почему решила снять этот ролик? Пришла вот такая у нас шикарная сейчас гортензия. Сорт называется «Джип». И буквально вот там неделю назад пришли в миксах гортензии. Осталась вот одна такая розово-красная. Решила снять. Сначала хотела просто про «Джип» вам рассказать, показать сорт. Но потом решила все-таки взять вот эту миксовую, чтобы в сравнении показать, чем отличаются вообще сорта между собой. Вот посмотрите по размеру. Диаметр горшка вот здесь 12, здесь 14. Но суть не в этом. Суть в размере листьев, в размере шапки, в размере самого соцветия. Значит, «Джип» у нас вот такая, сиренево-зеленый с серединкой, темно-сиреневые лепестки с синим внутри такой окоемочкой. То есть, когда она раскрывается, у нее больше синего цвета. Вот видите, вот начинается распуск цветов, и они сначала зелененькие, потом чуть-чуть добавляется голубого по краям, потом этот голубой увеличивается. И вот когда уже цветок полностью распустился, он становится у нас вот таким вот фиолетовым. Здесь один куст, вот видите, да? Один куст с разными ответвлениями. И на нем, на каждом побеге идут вот такие шапки. Так как шапок много, одна практически в распуске, вторая только начинает. Третья, вот только-только, видите, у нее подрастают бутоны, четвертая только-только их набирает. За счет этого цвести она будет достаточно продолжительно. Потому что даже вот у этой распущенной шапки, вот здесь идет еще сбоку маленький такой кусочек нераспущенный. То есть цветет гортензия около месяца. За счет того, что она долго раскрывается, она набирает цвет. Потом по мере отцветания вы убираете отцветшие цветочки, срезаете отцветшие цветоносы. Опять же, принцип обрезки у нас точно такой же. Обрезку мы делаем вот здесь, потому что в пазухе листа у нас будут новые побеги в дальнейшем. Видите, уже проклевываются почки. Это будет либо лист, либо новый цветонос. В зависимости от того, как решит цветок, что ему хочется больше нам показать. Итак, гортензии отличаются не только цветом, но и формой цветов. Здесь у нас идут круглые, да, листья, вот мы их уже смотрели, но тем не менее хочу акцентировать внимание, кругленькие. Вот у этой гортензии, посмотрите, у нее острые края лепестков, и они, ну, в разы мельче. Ну, совершенно другая краска, другой сорт, и делает это ее не менее красивой. Так, друзья, надеюсь, вам было интересно посмотреть, да, в чем отличие вообще между сортами, какие они бывают. Такая необыкновенная гортензия, сорт «Джип». Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и надеюсь, до новых встреч.